Знімальна група дитячого майданчика завітала до міської бібліотеки для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка. Тут розташувалась дитяча музично-театральна студія «Жираф», де дітки з 2 до 8 років опановують у формі гри різні жанри мистецтва. Італійський письменник Джанні Родарі для того, щоб розвивати дитячу уяву, вигадав чудернацьку вправу. Її на музично-театральних заняттях активно використовує Ольга Кузовкова зі своїми вихованцями. Потрібно поєднати два слова, що на перший погляд зовсім різні за змістом. І ось тут великий простір для фантазії. Сьогодні діти поєднували слова «собака» та «місяць» та спробували дібрати прикметники до цих слів. Собака була настоящая, а луна була із сира. И вот собака каждый вечер смотрела на эту луну и так хотела ее попробовать. И поэтому она выла громко и громко и громко, но так и не могла ее никак достать. И вот однажды в Новый год Дед Мороз принес ей большой-большой кусок сыра. Ого. И она попробовала, как будто это была луна. Вот так вот. Собака волшебная, может быть? Собака горячая. Горячая собака. Заколдованная. Заколдованная собака. Собака-гигантская. Гигантская собака. Собака-паук. Еще. Собака-тыква. Собака-ведьма. Заколдованная луна. Еще какая? Волшебная. Давайте Таню услышим. Волшебная. Еще какая? Невидимая луна. Желейная луна. Страшная луна. Луна бассейна. Железная луна, стеклянная луна, поломанная луна. Представляете, если луна поломалась и не работает ночь, и не работает день, да? Ми уявляли, що наше тіло – пластилін, та ліпили з нього чудернацьких тваринок, які потім оживали, починали рухатись. Таких дивних тваринок я ще не бачила. Та і ви, я впевнена, не зустрічали. Часу на роздуми зовсім не було, і це неабияк урізноманітнило витвори. Дволапі тварини з хвостом та без хвоста, тварина з однією лапою та хвостом. Я хлопав ладошки, одна лапа живот не жива. Ні, на той! Що ще може бути? Вот у Тимура такої одна лапа. Що відбувається з пластиліновою фігуркою, яку поставили на батарею? Вона починає танути. А тепер уявіть, що ви скляна іграшка. Зараз на счет три фігурка упаде з 12-го этажа і розоб'ється на мелкі частини. Готові? Раз, два, три! Ці вправи потрібні для розвитку вміння перемикати свідомість. А чи були колись ви в образі якоїсь іграшки або сувеніру? Чесно кажучи, мені і на думку таке не спадало. До сьогоднішнього дня. Виявляється, це дуже весело. Ось ми сьогодні спробували перевтілитись в декількох. І хоча іграшка була одна на всіх, двох однакових ні в кого не вийшло. Сьогодні ожив сувенірний коник. Щоправда, я так і не зрозуміла, чому тільки мій коник поскакав на чотирьох ногах. Здогадайтеся, хто це такий? Вірно, це динозавр. У мене навіть мурахи по тілі. Настільки правдоподібно перевтілились. Заняття в студії дуже драйвові, по-іншому і не назвеш. В якийсь момент мені здалось, що наша зйомка перетворилась в справжнісіньку дискотеку. Ех, самі погляньте. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Щоб багато чогось розповісти, іноді не потрібно говорити. Рухи, жести, міміка можуть бути настільки виразні, що актор здатний схвилювати або розсмішити своїх глядачів, відтворивши різні образи,
людські характери та історії без єдиного слова. Це називається пантоміма. Елемент пантоміми притаманний грі крокодил або показуха. Марсель Марсо, французький актор-мім, навіть створив Парижську школу мімів. Вони можуть показати на сцені цілу компанію людей різних характерів, відтворити враження, що йде дощ і дме вітер. І все це мім здатний зробити без партнерів, декорацій, реквізиту та бутафорії. Його матеріал – власне тіло – руки, ноги, голова. До речі, П'єро з мультфільму «Буратіно» також мім. Звичайно, дитячий театр – це… І потім вже все. Чоловік говорить, а я не танцюю, а я не вмію піти. А я плохо говорю, я стесняюсь разговаривать. Это все идет вот отсюда, когда надо, выталкивают выступать, а ребенок не готов, ему это... Вот, и отсюда идут вот эти комплексы первые, которые закладываются, которые совершенно никому не нужны. Вот, поэтому пантомима – замечательный вид театрального искусства, доступный как взрослым, так и детям. Не менш важливим для розвитку театральних здібностей є ще вміння володіти своїм голосом та чітко вимовляти. Тобто мати гарну дикцію. Відкладіть у бік скоромовки. Зараз я покажу таку цікаву вправу. Що я? Та що? Та що? Що я? Ні, ой, що? Голос. Що я? Та що? Та що? Що я? Ні, ой, що? Робот. Що я? Та що? Та що? Щуку я не упущу! Спасибо, маленькая мышка. Щуку я тащу, тащу! Щуку я не упущу! Гигантский великан. Щуку я не упущу! Надежда королева. Ровный, ровный, монотонный звук вперед. Давай. Щуку я тащу, тащу! Щуку я не упущу! Маленький карлик с красными глазками, который противный, противный. Давай! Щуку я тащу, тащу! Щуку я не упущу! Ритм – это универсальный ритм в хореографии, ритм в жизни, часы по ритму, ритм в чтении, ритм в живописи, везде. Везде ритм, и ритм закладывается именно вот сейчас. У каждого есть ритм. И потом получается, что те дети, которые не попали, вот очень часто родители идут на вокал. Сразу вокал в 5 лет, а он лишается всего, или хореография в 5 лет. То есть мое убеждение, как педагога, который 19 лет как бы проработал с дошкольниками, младшими школьниками, что как раз определяться можно с 7-8 лет, когда ребенок уже готов к нагрузкам, когда он готов к вниманию, когда он уже готов отвечать на задания педагога и музыке учиться точно так же 5-летний. Есть исключения, понятно, что есть талантливые дети, которые в 4 года садятся и играют на рояле. Вот. Но мое убеждение в том, что дети, дошкольники и младшие школьники должны попробовать все. Они должны и танцевать, и петь, и играть. Почему идея именно Карла Орфа присутствует во многих как бы элементах наших занятий? Потому что у него соединение именно речь, движение, музыка, театр, все вместе. Вот для дошкольника и младшего школьника это очень важно, когда ребенок не ограничится чем-то одним. Как можно музыку отделить от движения, как можно театр отделить от пения, вот, и как можно отделить от
живописи. Все это во взаимосвязи. Вот. Ну и, конечно же, без классической музыки никуда, потому что удивительная классика, она воспитывает удивительных людей. Там идея какая, что на произведениях для детей. Это «Карнавал Сен-Санса», это детский альбом Чайковского, Шостаковича, Кабалевского, много музыки, Грик, вот «Пергюнд» там отличный, вот яркие такие произведения. Вот, мы их слушаем, не просто слушаем. Я приношу кучу материала по, к примеру, о гномах, о пещерах, если мы это вот Грига слушаем. Или это «Карнавал животных», мы видим их, слышим их, потом мы в них превращаемся. Я пропоную подивитись фрагмент архівного відео лялькової вистави. Цей жанр можуть спробувати ті, хто сам боїться виступати. Жаба прискакала, червічка тискала, скоронився червічок, ляпанарко і мовчав. Скоронився червічок, ляпанарко і мовчав. Повз-повз червічок. Ляльковий театр – це не єдиний жанр театрального мистецтва, що опановують діти. Зовсім скоро наші маленькі герої для своїх батьків покажуть невеличку виставу за сюжетом казки. Спеціально для нашої знімальної групи передпрем'єрний показ цього театралізованого дійства. Для того, щоб дітлахи відчули себе справжніми театральними героями, пані Ольга усіх загримувала. Здається, що як тільки пензлик зробив свою справу, вихованці, наче за змахом чарівної палички, перевтілилися в образи мишеняток. Для того, щоб знайти спільну мову з нашими маленькими героями, я також вирішила нанести собі такий грим. Фарбу, що нанесли на обличчя нам, легко стерти сухою серветкою. Не знаючи, що зараз відбуватиметься, я поквапилась розвідати обстановку та влитись в колектив. Ми зараз будемо давати сонячні лучики. А що це таке? Це та мишенок Фідеїк їх збирає сонячних лучиків. Нравиться бути мишенком? Да. А чому? Потому что нас красят. А о чем сказка? О том, как Гриф Рид собирает солнечные лучики и краску. Вместо меня пусть она рассказывает. А какие солнечные лучики краску? А где мы их найдем? Они красные, белые и красные. Мы сегодня ж мышки, да? Да. А вот как ты думаешь, мышки умеют летать или не умеют? Нет. А есть же летучие мышки. А я не видел. Не видел? А ты видел летучую мышку? Угу. А мы сегодня какие, полевые мышки или летучие? Полевые, потому что мы не летучие. Мы не умеем летать? Да. А что ж мы будем делать? Сидеть просто будем? Нет, а крыльями что? Махать. Какими крыльями? Мы ж не летучие. Вот. Ух ты мой. Итак, мы уже загримированы, мы уже в образе. Что же сейчас будет происходить? Мы покажем спектакль, мини-спектакль по сказке Лео Лиотти «Мышонок Фредерик». Вы готовы, мышата? Да! Сказка называется «Мышонок Фредерик». А да? В одной сказочной стране, на удивительной солнечной полянке, жили были мышки. И были они такие дружные, что любили танцевать день и ночь напролет. Thank you.
будем играть? Будем играть мечты Фредерика. Да? Потому что я не знаю ее этой сказки. А что мне надо будет делать? Мышата все собирают, а один мышонок Фредерик я ничего не собираю. Наскільки я зрозуміла, всі мишенята збирали урожай. Мишонок Фредерик, а почему ты ничего не делаешь? А я не бездельничаю. Я собираю солнечные лучики. Солнечные лучики, солнечные лучики, солнечные лучики. Мышонок Фредерик, а почему ты опять ничего не делаешь? А я не бездельничаю, я собираю краски лета. Маша, ловить слово доброе? Принца. Принц, ну давай. Какое Полинка будет ловить доброе слово? Котик. А Аня какое будет слово ловить? Доброе. Ну давай, добро. Какое Тимур будет слово ловить? Любовь. Любовь. Замечательное слово. Ну-ка, Тимур, поймай его. А Дашенька какое слово будет ловить? Подарок. Подарок. Ой, поймала. Таюшка, а ты какое слово будешь ловить? Мамочка. Мамочка, давай. И Танюша какое слово? Я буду ловить слово «С днем рождения». Ой, классное слово. Вот бы каждый день такое было, да? Давай, Танюш, лови. Тебе нравится желтенький? Угу. А я была зелененьким. Красненький. А кто был волшебным цветочком? Я. Что вы умеете делать? А мы умеем делать, когда на какой-то... Куда мы падаем, там не вставается лед. А я семицветик был. А ты семицветик? Лепесточек семицветика? Просто где микрофон? А что ты мне расскажешь? А ну расскажи мне. Какой ты, волшебный был листочек или обычный? Волшебный. А что ты умеешь делать? Если ты волшебный цветочек. Я хочу на микрофон. Я умею летать. Летать? Сам. Сам по себе. А ветер не нужен? А ну покажи, как ты летаешь. Какого цвета ты листочек?
А давайте кто рассказал? Бордовый! Бордовый листочек? Ничего себе! А ну, полетел, полетел, полетел! А ты какой листочек? Красный! Полетела, полетела, полетела! Сьогодні я перевтілилась не лише в мишку, а й в героя своєї програми. Дітлахи настільки активні, що в один момент я сама почала давати інтерв'ю, відповідаючи на питання моїх нових друзів. А чому ви вибрали таку роботу? Чому я вибрала таку роботу? Ну, наверное, потому что это очень интересно. Вот я прихожу к вам, да, я вас вижу. Если бы у меня не было этой работы, я бы к вам не пришла. Кто знает, может, колись Тетянка будет моей коллегою. А пока что я ставлю питання. Какие овощи осенью? А морковку? Морковку, еще? Яблоко. Яблоки, еще? Капуста. Да, капуста. И вот наступила зима. Солнечные лучики, добрые слова и яркие краски лета помогли мышатам пережить холодную и долгую зиму. А весной мышат ждало много-много-много разных других новых приключений. Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец. Ця вистава далеко не перша і не найскладніша. Адже маленькі мишенята, ой, діти, вже показували батькам справжні вистави, мюзикли. Давайте подивимось, як це було. До вашої уваги мюзикл «Водевіль». Це продовження музичної казки «Котячий дім». Почему театр? Почему искусство? Почему музыка? Почему живопись? Вот, потому что современное общество в своем технократическом развитии, оно зайдет обязательно в тупик, потому что мир отчаянно нуждается в творческих, в свободных людях, те люди, которые могут в любой профессии сделать что-то новое. Вот это то, что отчаянно нужно. Сказочники. Каждый человек, он сказочник, а как бы мир сложный, мир заставляет делать по-своему. К нам приходят детки, у которых разные есть как бы истории. Кто-то зажатый, кто-то пугливый, боится, кто-то, наоборот, гиперактивный, чересчур. Вот. Кто-то действительно талантливый ребенок и только театр поможет ему раскрыться. Тот, кто зажатый, только театр, только свободная атмосфера игры поможет ему раскрыться. Тот, кто боится. Многие детки некоторые, которые боятся даже играть. Как только начинается что-то, они сразу отходят и сидят, смотрят. Вот тоже только действуя, только в игре, только в сказке. Вот возможно, как бы победить свои проблемы. А искусство, оно наполняет душу. Оно делает человека человеком. Ни буквы, ни цифры, за которыми все гонятся, не успешный аттестат делает человека человеком, а душа. Сьогодні ми не тільки познайомились з юними акторами, але й навчилися декільком вправам і іграм. Сподіваюсь, усі побачені ідеї ви спробуєте відтворити вдома з друзями та батьками. Спробуйте себе в жанрах театрального мистецтва. Фото і відео ви можете надіслати на електронну адресу, яку бачите на екрані. Я прощаюсь з вами. Зустрінемось рівно за тиждень.